И специально я посмотрела гала-концерт, посвященный к этому празднику медиакорпорации Китая. Очень впечатляюще. На самом деле наш дружественный китайский народ умеет удивлять и вызывает очень большое восхищение вообще у зрителей. Там не только вот художественные выступления, песни, но и было вообще показали все традиции и обычаи, и все атрибуты празднования данного Нового года. Вообще смысл этого праздника является это на самом деле семейный праздник. И все китайцы стараются в этот праздник праздновать это со своими близкими и родными. Да? Несмотря на то, что они за рубежом и очень далеко находятся, они пытаются всегда возвратиться на свою родину и встретить это с родителями. Я думаю, это самые ценные традиционные ценности через этот праздник они смогли показать. Это уважение к родителям, вместе с семьей, как бы объединение, целостность, какое-то созидание. Да, ну, во-первых, спасибо большое, что у меня появилась возможность посмотреть этот замечательный гала-концерт, посвященный, да, китайскому Новому году, празднику весны. И я получила огромное удовольствие, да, потому что там вообще какие-то уникальные были представлены номера, да, вот это исполнение. Вот. И, ну, если просто вот перечислить, да, и то, что вот большое внимание, значит, организаторам этого прекрасного гала-концерта они уделили и творчеству, там, фольклору, искусству всех народов, которые проживают на этой земле. Это невероятно, просто я получила такое удовольствие. И я как бы немножко, не совсем погружена в искусство, да, Китая, но теперь как бы с этого момента я, наверное, буду погружаться, изучать, смотреть такие концерты. Спасибо большое за это, просто невероятно, потому что я как бы в своей жизни видела многое и впечатлялась многим, да, но этот гала-концерт просто произвел огромное впечатление.